Чего? Пожалуйста, дайте мне опарышей. Почему я такая тупая? Пау-пау-пау, Лиза, давай! Это Лиза. У Лизы есть 1000 рублей и безграничные возможности. Ты можешь отнять у Лизы эти деньги, сделав 3 простых действия. Сними на видео свой вызов, скажи кодовую фразу «Лиза, давай» в начале или в конце ролика, пришли свое видео. Если Лиза не сможет повторить, то деньги твои. Не грусти, Лиза. Ну что, ein, zwei, drei, Лиза, давай. Всем привет! Нет, надо как-то по-новому. Всем здоровки, коровки! Всем приветики, буфетики! Всем здрасте, мордасти, с вами Лиза, давай, я ее главная ведущая Лиза. Все по-прежнему, ничего не меняется. Так, собственно говоря, мы же в России. Ты смотришь третий выпуск Лизы, давай, правила те же самые. Кидывайте мне какие-нибудь адекватные штуки. Ну, там съесть 10 пирожных. Сходить в кино на последний ряд. Пососаться 5 минут. Я не знаю, какой будет третий выпуск по-прежнему. Ну что, дай позырим. Кто такие? Лизунчик, привет. Я знаю, что у тебя с физической подготовкой ну такое, поэтому я очень рассчитывал на тот косарь, который сейчас я у тебя выиграю. Лиза, давай. Пока. Это пока. Чего? Если ты поймешь, что у тебя ничего не выйдет, просто обратись ко мне, я тебе помогу. Чего? Я не... Пацаны, выключайте, вы чё? Помнишь, я раньше говорила, что я не умею этого делать? Вот этого я не умею делать. Чтоб ты знал, я физкультура, мы родились в разные дни. А можно поменять? Можно я опять опарыши поем? Пожалуйста, дайте мне опарыши. Кекс. Я надеюсь, ты сам сказал, что ты обратиться к тебе, если этого не умею. Нет, я этого вообще не умею. Вообще. Я даже на шпагат не могу сесть. Короче, желайте мне удачи. Материться нельзя, да? Короче, я приехала сюда, где находится этот потрясающий мужчина. Он обещал мне научить, посмотрим. Я надеюсь, что все получится. Ну, хотя такое. Чую фиаско. Ну, короче, я готова. Мне кажется, мне завтра я вообще не проснусь. Я не смогу ни подняться, ни пошевелить ни рукой, ни ногой. Мне страшно, чё ты? Капец. Ну, пойдём искать эту пироженку. На самом деле у меня отвратительная физическая подготовка, чтобы вы знали. Чтобы вы знали, это место находится на 4-м этаже. Пока мы поднимаемся на 4-й этаж, я думала, я умру. Привет! Как дела? Че, посмотрела мой видосик? Нет, не то чтобы я в тебя не верю, но давай, ладно, короче, поднимайся. Да поднимайся, все, потом будешь ползать. Да потом будешь на камеру играть, давай, поднимайся. Ёп! Все, видишь? Уже, минус. Лиза, знакомься, это Батут. Батут, знакомься, это Елизавета Петровна. А, смотри, запомнила, как он выглядит? Да. Теперь думай о нем. Думай о нем даже тогда, Батут, когда мы будем с тобой разминаться, поэтому пошли обратно. Я не могу больше. За что мне все это? Надо подружиться срочно со спортом. Мамочка! Меня мотает в разные стороны. Слушайте, это очень тяжело. Это жесть. Я думала, это очень просто. Нет, это... У меня так болит спина. Это жесть. Не могу. Сейчас. Я боюсь падать. Блин, я боюсь падать.
пошла второй. Чудеса! Почему это так смешно? Офигеть! Я приду домой, у меня будут руки и коленки. Спросят, где шаталась. Ютач, мой тра-ла-ла. Я сексуальная. Что у меня старики носки клевые. Я их выиграла. Пишите в комментариях, где я могла выиграть эти носки. Предложение по рекламе, пожалуйста. Мы открыты к сотрудничеству. Но вот желательно, чтобы нам звонили какие-нибудь Бентли. Даю тебе. Понял? Денис, прости, сегодня мы не пойдем кушать. Короче, пока я выберу, здесь придет 500 лет. С вами была Лиза, давай. Вот сюда можешь скидывать свои ролики, вызовы. Главное, чтобы они обязательно содержали фразу «Лиза, давай». Сюда ставь лайки, сюда комментируй, сюда подписывайся. Фу, а мне завтра жесть полная.